Всем огромный привет моим подписчикам, тем, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мое видео будет посвящено тайской натуральной косметике из интернет-магазина, который напрямую в Россию доставляет тайскую косметику. Поэтому, если вам интересна тайская косметика, если вам интересны мои видео, а также если вам хочется узнать, где найти очень крутые натуральные продукты, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Интернет-магазин тайской косметики, где я оформляла свой заказ, называется WellDee. Он достаточно широко известен, у них два аккаунта в Инстаграме, где они публикуют фотографии продуктов, также они публикуют отзывы знаменитых и не очень людей, потому что на самом деле они, как я поняла, очень-очень популярны среди звезд, среди каких-то популярных девушек в Инстаграм, и, в общем-то, все это публикуется у них очень активно. Также у них рецепты использования публикуются, их продуктов, поэтому, в принципе, очень интересно посмотреть их странички. Я и странички обязательно опубликую сам интернет-магазин, ссылки на продукты, все это будет в инфобоксе. Также мне хотелось бы сразу уточнить, что заказ мой шел из Таиланда, коробка действительно была из Таиланда, поэтому заказ шел порядка 3 недель. Поэтому вы должны морально быть готовы к тому, что заказ не придет за 1-2 дня, вам придется подождать. Итак, начать мне хотелось бы с просто бестселлера на этом сайте и моего личного просто фаворита. Это тайская маска от марки, если это правильно читается, Livadi. Это маска с Нони, то есть это 100% натуральная маска Нони. Здесь 110 мл. Сама маска упакована во флакон с помпой, с дозатором. Маска сама насыщенного коричневого цвета, жуткая, жутко выглядит все на лице, это как вот действительно пюрешка из фруктов на лице, она с отвратительным запахом, очень тяжелый запах, вот морально вы должны подготовиться к двум вещам, к тому, что это жутко выглядит и к тому, что это жутко пахнет. Прежде всего, очень хорошо очищаются мертвевшие клетки на лице, а также, помимо всего, у вас кожа становится более свежее, более бархатное, сужаются поры, очищаются, сужаются поры. Также, помимо всего этого, приобретает ровный, здоровый тон кожи. Мне безумно нравится эта маска, потому что она действительно действует по сразу нескольким направлениям. Кожа просто становится более свежая, более отдохнувшая, с ровным цветом лица, с суженными порами. Обалденный продукт, мне безумно-безумно нравится. Единственное, что действительно очень тяжело 20 минут сидеть с маской на лице, которая отвратительно пахнет и которая жутко выглядит, потому что, ну вот, если я говорила про овсянку, лучше не показывать мужу, парню и людям, кто склонен к инфарктам и инсультам, но нет, вот именно вот это как раз-таки мой личный фаворит в плане пугалок, вот это я вообще не рискну никому показать на лице, но это все надо пережить, потому что результат стоит того, потому что вы получаете ровную, красивую кожу, которая очень хорошо очищена. Вообще я эту маску использую раз в неделю обязательно, потому что мне очень-очень нравится эффект, очень нравится, как она работает. Она очень многофункциональна, она очень хорошо напитывает кожу, увлажняет ее, делает ее ровной, при этом она очищает поры, при этом она как-то выравнивает именно более здоровый цвет лица делает, то есть это подходит именно для девчонок, кто живет в крупных мегаполисах, у нас у всех серый тон лица, эта маска как раз-таки борется вот с этим серым подтоном. Обалденная маска, очень хорошо работает, она 100% натуральная, она состоит на 100% из мякоти плодов Нони, но вот будьте готовы, что за красоту нужно будет заплатить, во всяком случае, вашими нервными клетками, когда вы это будете наносить на себя. Если вы что-то будете заказывать с этого интернет-магазина, обязательно закажите эту маску, она стоит там порядка 700 рублей, но она свои 700 рублей отрабатывает просто на 150%. Более того, она экономичная, сколько я ее использую уже, я тестирую весь заказ свой с весны, у меня еще тут даже, наверное, треть не израсходовалась, хотя я использую эту маску каждую неделю. Следующий продукт, который мне тоже очень-очень понравился, который реально работает вам, я его обязательно буду советовать, это маска Palmi. Марка Palmi – это маска для питания волос. Она у меня Sweet and Lychee, по-моему, Lychee и черным кунжутом. Это версия для брюнеток, там есть еще, по-моему, для блондинок и просто для роста. В общем, маска очень крутая, мне безумно нравилась. Она делает волосы очень напитанными, очень плотными, которые будут лежать именно одним таким тяжелым полотном. То есть, кто любит эффект плотных волос, очень таких
холёных, ухоженных волос, волос, как будто вы только что вышли из салона после какой-то процедуры типа ламинирования, экранирования или чего-то в этом роде, то это как раз-таки вот этот самый случай. Маска обалденная, здесь большой достаточно объем, сейчас скажу вам сколько, 250 грамм, она тоже 100% натуральная, здесь содержится экстракт спирулины, это водоросль, масло семян черного кунжута, экстракт цветков анчана, экстракт гриба ганодерма, да. Вот как раз вот это вот линжи, другое название, масло оливы. У маски также очень специфический цвет, она такого цвета серого, цвет мокрого асфальта, вот. И она очень-очень жидкая, то есть нужно быть аккуратным, при этом она достаточно экономичная, несмотря на то, что она жидкая, ее очень легко распределить по волосам, очень легко, потому что она имеет такую текстуру, очень скользкую, то есть несмотря на то, что здесь нет силиконов, она очень-очень скользкая и очень легко распределять по волосам, она как будто бы впитывается в волосы, поэтому когда вы смываете по истечению времени эту маску, у вас такое есть ощущение, как будто бы у вас волосы съели эту маску. Маска очень крутая, действительно, она дает потрясающий эффект, она очень хорошо напитывает, увлажняет волосы. Это именно не косметический эффект, это именно такой долгоиграющий эффект на волосах. Если вы постоянно будете пользоваться этой маской, у вас реально волосы станут лучше. То есть, действительно, они заявляют, что здесь глубокое питание, укрепление волосяной луковицы, уменьшение выпадения, восстановление структуры волоса по всей длине. Да, кстати, забыла отметить, что я ее наносила также на корни своих волос, и она никак не утяжеляет волосы, она никак не загрязняет корни волос, поэтому маску спокойно можно нанести на всю длину, также на корни волос, промассировать очень хорошо, и волосы никак от этого не пострадают, они только приобретут. Она не убивает объем, она очень хорошо напитывает волосы по всей длине, делает их более плотными, более увлажненными, более упругими. Супер маска, мне безумно нравится. Единственное у меня нарекание, то что один раз я как раз таки хотела снять для вас видео и принесла эту маску, и я ее уронила у себя на ковролин в коридоре. Она не отстирывается от ковролина, поэтому, девчонки, если вы случайно в ванной ее там где-то уроните на коврик в ванной или что-то вот вроде, будьте морально готовы к тому, что она не отстирается. Потому что как бы я ни старалась ее отстирать, она у меня, к сожалению, в силу своего цвета не отстиралась. А так маска обалденная, очень классная. А следующие продукты — это также уход от марки Palmi. В принципе, марка Palmi, она достаточно известная в Инстаграме, очень многие звезды в своих инстаграм-аккаунтах постят фотки именно с этим уходом. Чем она знаменита? Это их как раз-таки вот этот вот набор для роста волос. То есть здесь шампунь и кондиционер, они направлены на рост волос. Кондиционер также стоит наносить на всю длину, потому что он будет работать именно на луковице, как они заявляют, и по всей длине укреплять волосы. В общем, что касается... В общем, ухода, он также полностью натуральный, он подходит для всех видов волос. Я, конечно, очень удивилась, но, в общем, для моих волос, достаточно капризных, он подходит. Что хочется отметить? Шампунь. Шампунь плохо пенится, это первый безсульфатный шампунь, который действительно похож на безсульфатный шампунь. Он очень плохо пенится, просто отвратительно плохо пенится. Но при этом, когда вы уже там второй раз наносите на волосы шампунь, уже как бы, в общем-то, процесс идет более, скажем так, успешно, и пены больше на голове, в общем-то, волос он хорошо промывает. Здесь, как я и сказала, не содержится сульфатов, не содержится парабенов. Также хочется отметить, здесь объем 300 мл, достаточно большой. Также для шампуня, по-моему, прилагался все-таки здесь дозатор, мне было неудобно, я как-то покрутила, посмотрела, мне было неудобно с дозатором, поэтому я оставила то, что шло с завода на этом флакончике. Волосы хорошо промывает, действительно, очень хорошо подготавливает волосы для дальнейшего ухода. Никаких нареканий у меня к шампуню нет, кожа головы не раздраженная, не сухая, не пересушенная. В общем-то, очень хороший мягкий шампунь, мне нравился. Что касается именно их Hair and Scalp Treatment, то есть они кондиционер свой именно так называют, что это именно бальзам для улучшения роста волос. Во-первых, оно насыщенного синего цвета.
То есть тоже нужно быть морально готовым. По-моему, оно чуть-чуть подкрашивает ванну. Я не могу утверждать на 150%, но пятна очень тяжело отмываются от ванны, вот этого вот как раз-таки бальзама. И у меня такое ощущение, что остаются все-таки такой легкий голубой развод после пятна этого средства. Но при этом также не пачкает корни, несмотря на то, что нужно наносить на корни. Также не убирает объем волос. Очень хорошо ухаживает за волосами по всей длине. Очень хороший, качественный уход на каждый день. Потому что волосы также... То есть это очень такой, скажем так, более лайт-версия вот этой маски Palmia. То есть более просто легкий уход, он на каждый день подходит. Также хорошо волосы лежат после этого ухода, они очень гладкие, очень шелковистые, мягкие, напитанные, они плотные, лежат как раз-таки также одним полотном. Очень крутой бальзам, вот именно уход этот тоже, и вместе с маской, наверное, бы я советовала обязательно попробовать, потому что уход реально... основан на натуральных ингредиентах, при этом он работает, волосы преображаются, очень хорошо он работает именно на коже головы, нет никаких ни раздражений, ни как, в общем-то, не загрязняется голова быстрее, то есть не вызывает он избыточную выработку сальных желез. В общем и целом, комплекс мне понравился. Единственный вопрос, что комплекс как раз-таки для роста волос, у меня, в общем-то, проблем с ростом волос нет, но когда я пользуюсь именно вот этим уходом, у меня волосы меньше выпадают, то есть вот этот момент я заметила, то есть волосы стали меньше выпадать, поэтому я думаю, что это как бонус такой, и средство действительно работает, пусть, может быть, оно у меня не так ускоряет рост волос, потому что у меня с этим проблем нет, но, во всяком случае, борьба с выпадением есть определенная, поэтому комплекс по уходу от Palmia, который именно для улучшения роста волос, мне понравился, и вам я его тоже советую, обалденные продукты. А следующий продукт — это средство антицеллюлитное, это крем, основанный на травах, горячий крем, марка Esme, Shape Firming Herbal Cream, Hot Cream. Здесь у нас чили, перец, имбирь, водоросли, витамин Е. В общем, состав тоже такой вот крутой, но правда у меня мама по запаху сказала, что здесь явно какой-то скипидар добавлен, потому что жуткий запах. Запах действительно, если запах от Нони, в общем-то, он еще хоть как-то можно пережить одной ванной. Вот этот запах, это, конечно, прям беда всех домочадцев. Даже если вы наносите этот крем в ванной, все равно запах так или иначе разносится по всей квартире, потому что вы с этим кремом потом ходите. Что касается объема, здесь 120 грамм. Мне показалось сначала, что мало, но на самом деле нет. Крем достаточно экономичный, очень хорошо разносится по коже. А что касается того, что горячий крем, он разгоняет кровообращение. Из всех таких кремов такого рода, прочтите, что я, в общем-то, не особый любитель его, это идеальный вариант для тех, кто мерзнет зимой, вот нанести, одеть лосинки, лечь спать и бороться с целлюлитом. Вот это да, потому что он дает именно термоэффект, он не жгучий, а именно очень разогревающий и становится очень комфортно и тепло. Актуально для жительниц Санкт-Петербурга, реально лето уже закончилось, и надо как-то все-таки погреться, в общем-то. Просто теплый крем. Хорошо разгоняет кровь, очень хорошо борется именно с жидкостью, которая стоит. То есть у многих девчонок именно целлюлит за счет сидячего образа жизни, за счет того, что стоит жидкость в очень большом количестве в бедрах, и поэтому, в общем-то, я бы советовала именно девчонкам, у кого именно не ожирение, бог знает какой степени, у кого сидячий образ жизни, кому нужно просто кровь разогнать, кому нужно лимфу разогнать, кому нужно, в общем-то, просто улучшить кровообращение в этих зонах и выгнать воду. Крем, к сожалению, не дает каких-то вот таких эффектов, за неделю все, нет никакого целлюлита, нет. Я, в общем-то, этого и не ждала, я просто хотела попробовать вот такой вот крем, о нем были такие положительные прям отзывы. Нет, это неплохой крем, как крем дополнения к общей терапии, к спорту, к правильному питанию, к массажам, да. Вот еще этот крем вечером, и будет вам счастье в лице красивых ног. А так сам по себе, я думаю, что особенно если вы весите 120 килограмм, он не поможет.
Но если вы хотите именно разогревающий крем, но боитесь, что будет сильно-сильно печь, то выбирайте его, сильно печь не будет. Он очень-очень лайтовый в этом плане, поэтому не бойтесь, ничего вы себе не сожгете, никаких ожогов на теле не появится. Последний продукт на сегодня — это сыворотка для роста ресниц и бровей. Она вот в таком вот странном формате на самом деле. Я после своей сыворотки Twist Fusion, когда мне пришла эта, я не поняла. И, в общем-то, я практически ей не пользовалась, потому что этот ролик у меня почему-то, то ли он у меня не работает, то ли я им не могу пользоваться. Ну, в общем, он у меня не прокручивается, мне приходится прокручивать его, когда появляется здесь немного масла, наносить уже на брови и на ресницы. А если самим роликом прокручивать, его нужно с такой силой прокручивать. Во-первых, это реально больно, а во-вторых, если он вдруг прокручивается, это происходит очень резко, и можно случайно себе вырвать либо брови, либо ресницы. Поэтому упаковка точно неудачная, и ввиду того, что, в общем-то, так у нас не сложились отношения с упаковкой, не получилось в полной мере понять, крутой это продукт или нет. Протестировать не получилось. Ну, в общем-то, не могу ничего сказать ни плохого, ни хорошего. Единственное, что слегка более масляная текстура, нежели у моей Twist Fusion. И это все на сегодня, что я хотела вам рассказать. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте, на мой Перископ и также на мой Инстаграм-аккаунт, где я также публикую отзывы о косметике. Напишите, пожалуйста, в комментариях, заказывали ли вы что-либо с интернет-магазина тайской косметики Валди, что именно, какие у вас отзывы об этом, что вы советуете мне заказать. И все, всех вас люблю, целую, до скорой встречи в следующих видео. Пока-пока!